На головне шоу України колишню юристку Аню привело бажання незабутнього свята. Я думала, що юриспруденція і робота – це буде так весело. Я дивилася передачі, і думала, мені це буде так же весело, як і там по телевізору. А в реальній житті – це, звісно, куча макулатури. Дуже скучно. Проснулася однажды. Надо что-то в жизни поменять. Тож Аня обіцяє, лякати чи змушувати хвилюватися суддів вона не буде. А от засумувати точно не дасть. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Аня. Аня, очень приятно. Красивый костюм у вас такой необычный, я бы сказал. Лолита называется. По Набокову. А что за рюмка стоит под вами? У меня там вода, если что. А, вы не пили на всякий случай? Просто опасно танцевать. Тут, ну, высоко, может быть. И скользко. Быть. Я абсолютно трезвая. Отлично. Ну, я теперь спокоен. Убегай! Люблять нас красивых и прекрасных, якщо не люблять нас, то хай зайдет. Ой, не буду горевать, буду танцювати. Дайте поговорить с человеком. Лолита, у вас колготы сползли. Это было так задумано. А вас, Владияма, я очень люблю. Мечтаю кружиться с вами танцы, как вы кружили Могилевскую. Ну, давайте не будем сразу так. Мы с вами полторы минуты знакомы. Видели, Наташа Могилевская, сколько к этому шла? Ань, спасибо большое за этот алкотанец. Я посвящаю. Алкотрэш-танец, мне... я бы так сказала. Не надо, я в порядке. Вы знаете, я всегда говорю на танцевальном проекте больше о том, что настоящий крутой танцор, да, такой, от Бога, должен быть слегка сумасшедшим. Я же говорил слегка. Я не сумасшедший, на что справка имеется, ибо я юрфак окончила. А зорки в юристы не берут. Йоу! Вы юрист. Боже мой. Это ваша, да? Так зал такой. О, не! А, смотрите, как сразу в отказ. Ай, спасибо, что пришли. Спасибо. Сподіваюсь, больше не прийдете. Я приду еще к вам обязательно. Получил?
Анечка, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Было весело, ну дальше не пойдете вы. А я пришла для себя показать, что люди народа круче всех. Йоу! Супер, спасибо. Счастливо. Мэри Поппинс просто. До свидания. Йоу, респект. Йоу. Анечка! Аня, иди ко мне. Ну, ты, конечно, зажигалка, я тебе должна сказать. Спасибо. Ну, такая вот дала. Как бы сказал Станиславский, верю. Верю тебе. Умница. Да, спасибо. Спасибо тебе огромное. Я не прощаюсь, я еще приду. Пускай они ждут, что я приду. Они будут ждать. Я им передам, Анечка. Пока.